У нас Радомира укусил за ухо комар. Укусил за ухо комар. Вот такое вот у нас теперь прекрасное ухо, опухшее. Мама. Твои кристаллики сфотографировала, все. А теперь ты мне покажешь, как ты с лука стреляешь? Да. Давай, покажи, пожалуйста. Да. Давай. Смотри, как мне сожжал. Нет, это жульничал, да. Ты давай не жульничай, покажи, как ты стреляешь. Что, стреляешь? Вот так, молодец, покажись мне. Кристаллы поднимаешь? Понятно, ну хорошо. Папа тут готовит. О, ты картошку решил пожарить на костре? А, я думала, что ты пишешь за заказ. А что там у тебя кипит? Варево, зеленый борщик, лепота. Вот ухо выросло, повернись, Радомирушка, мне повернись. Вот и такое вот ухо у нас. Совсем опухло. Ты угощаешь, да? Давай, спасибо большое. Кушай картошку фри. А меня угостил морковочкой. Ой, папа пробует. Картошку фри Радомира, да? И что тут наш папа наготовил? Папа, расскажешь нам? Борщ зеленый. Ой, класс, обожаю. Да, котенок? Мороженое? А покажи свое ухо. Печаль такая. Сейчас обработаем ухо, помоешь руки, и потом можно будет мороженое. Тут мы меняем пол в беседке, о чем уже было видео. У нас Радомира укусил за ухо комар. Укусил за ухо комар. Вот такое вот у нас теперь прекрасное ухо, опухшее. Мама, твои кристаллики сфотографировала, все. А теперь ты мне покажешь, как ты с лука стреляешь? Да. Давай, покажи, пожалуйста. Все. Давай. Смотри, как Миша жульничал. Нет, это жульничал, да. Ты давай не жульничай, покажи, как ты стреляешь.